что-то засекли. Так, это человек. Ау? Расслабьтесь, вы в безопасности. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Гордон Фримен? Это вы? Вы добрались так быстро? Представляю себе изумление и облегчение Элая. Я доктор Мосман, Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с черной мезой. А, черная меза. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в них величия. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Я отведу вас к Элаю. Он мне не простит, если я вас задержу. Нам точно нужна дополнительная помощь. Мы много сделали за последнее время, но все шло бы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Мы близки к созданию надежной технологии телепортации, что пока недоступно Альянсу. Элай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калаби-Яу, но они не учли коэффициент выравнения темной энергии. Они могут установить туннели своей вселенной, но здесь... Они зависят от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями. Да, послушайте меня. Я говорю как юная аспирантка. Просто поверить не могу, что наконец-то мы работаем вместе. Так о чем это я? Ах да. Доктор Клайнер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил бы. Мы выяснили, как использовать Зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. Так что можно облететь пограничный мир и вернуться, не пересекая местное пространство. А вот и Элай. Молодец, продолжай. Элай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фримен, дай-ка мне взглянуть на тебя. Господи, да ты ни капли не изменился. Как тебе это удается? Так-так, в последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас я тут закончу и посмотрю, что тут можно придумать. Доктор Фримен, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Чувствую себя как дома. Доктор Фримен, вы должны остаться с Элаем. Я скоро к вам присоединюсь. Джудит хороший ученый и претендовала на твое место в черной мезе, но ты обошел ее благодаря своему инсбрукскому опыту. О, Гордон, в Ортигонте сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Ну... Посмотри-ка на это, Гордон.
ты на посту? Вартигонты отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил Тиристера Альянса. Ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекса, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс, почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Пошли, Гордон, немного повеселимся. Манипулятор энергополя нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. До скорого, Гордон. Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Это старая дорога в Ревенхольм. По ней давно никто не ходил. Пошли. Вот мы и пришли. Это свалка. Это гравипушка, о которой говорил отец. Можешь называть ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Она создана для работы с опасными материалами. Но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Попробуй! Первый рычаг выбрасывает разряд. И можно сильно толкать предметы. Оказалось, что это удобно для разминирования. Вторым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предмет и брось ему. А еще можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Ладно. Сложи пирамиду из мусора и забирайся наверх. Ладно. Да, я позову пса. Он любит команду апорт. Пес, ко мне! Хороший песик. Гордон, это пес. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребенком. Первая модель была вот такусенькая. Но я его немного нарастила, да, песик? Хорошо, пес. Поиграй с Гордоном. Тебе понадобится гравипушка. Давай, пес, бросай.
Дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Папа? Уводи Гордона отсюда, идите на берег. Не идите через раб. Папа? Папа? Черт! Пес, открой шлюз, вытащи нас отсюда. Давай, быстрее! Разбей ее, если нужно, только открой! Хватит, пес! Давай, Гордон! И вернись ко мне. Быстрее. Thank you.
Automatic medical systems engaged. Morphine administered. Thank you.
жизни растаяли, как дым, и кости мои выжжены, как пепел, так пусть грязь моей души питает ограниченную кроме света. Ветра. Пусть ангел Божий... Thank you.
Еще одна метущаяся душа.